Всем привет! Меня зовут Вероника, мне 11 лет, я из города Москвы. И сегодня я снимаю видео на конкурс, обзор на куклу Monster High и получи эту игрушку в подарок. Под словом игрушка подозревается кукла Monster High. Вы, наверное, подумали, я уже участвовала в одном конкурсе, зачем мне еще раз участвовать? Дело в том, что несмотря на то, что я не победила в предыдущем конкурсе, я все равно решила попробовать еще раз. Ну, и уже перейдем, наверное, к обзору. Сейчас сижу и думаю, а на кого мне снять обзор? А вот, две мои любимые куклы. Хоулин и Клодин Вульф. Хоулин и Клодин – это один набор. Начну я, пожалуй, с Хоулин. У Хоулин очень необычная прическа. Рыженькие пучочки с желтенькими прядками. Маленькие ушки. Одно ушко загнутое. Это показывает на то, что Клодин, несмотря на свой характер, все равно еще маленький щеночек. У нее женственный макияж и очень броский наряд. Ну, потому что Хоулин в своей анкете писала, что она любит смешивать разные стили. Ее кофточка состоит из двух цветов. Оранжевого и черного. На черном фоне изображено целых 4 луны в тумане. Сверху такой капюшончик, на котором изображены лапки и царапинки. Он надевается с дырочком для ушей. На ней есть шортики, одна ленточка идет на плечо противоположное, и она снимается, а вторая ленточка пришита к левой штанине. У нее два браслетика, большой и три маленьких. Также у нее есть носочки. Один длинный и один короткий в сеточку. И мне больше всего мне в Хоулин нравятся ее башмачки. У нее черные башмаки с голубыми ремешками и золотыми цепочками. Такая же версия, только разукрашенной есть у Хоулин Коффин Бин. Ну а теперь перейдем к Клодин. У Клодин фиолетовые волосы, золотые губки и зелено-черная челка в полосочку. Мини-мини сережечки на ушках. Кстати, на главной фотографии у нее, по-моему, были очень кудрявые волосы. Вот. Также у нее платье снизу черненькое, кстати, сделано очень из приятного материала, а сверху зеленое с леопардовыми принтами. Также на платье есть имитация молнии. Носочек зелено-фиолетовый, повторяющий узоры зебры. И очень красивые туфли. Если честно, я до последнего не хотела ее покупать, потому что мне нравился этот набор только Хоулин, но я все-таки решила купить, заказала, и вот она мне очень-очень нравится. Одна из моих любимых кукол. Ну, на обзорах мы закончили. И, наверное, самые внимательные из вас обратили внимание на то, что сзади меня сидят куклы. И не в своих нарядах. А дело в том, что мы с бабушкой и мамой сшили и связали для них наряды. Я не побоялась одеть Фрэнки в рыжий цвет, Элизабет в красный и все такое. Также вот платье для Клодин, вот платье для Хоулин, а это платье принадлежит не одной из моих кукол, оно принадлежит Касте Фирс, который, я надеюсь, будет выступать на новогоднем концерте. И также я сочинила для вас поздравления с Новым годом. В новый Монстр Год хочу вам пожелать, чтобы если нету монстра, появился он у вас. А если есть монстряшка, то появилась бы еще. А также счастья, радости, и чтобы все было хорошо. На этом все. Всем пока. Ставьте лайки.